Друзья, всем привет! Сейчас вы увидите видео с аукциона. Называется аукцион Белавтолот. В общем, реализуют они автомобили. Единственное, на автомобилях вы не увидите ценники. Поэтому на некоторые автомобили я найду текущая ставка какая. На экране выведу строку, где на некоторые автомобили укажу текущую ставку данного лота. Но могу сказать, что там немножко не так, как на автоконфискате. Ценники там начинаются значительно меньше. Ну, на некоторые автомобили ценники там 1000-1500. Ну, автомобили, которые значительно стоят дороже. В общем, большой объем видео получился. Поэтому будет две части. Сегодня вы посмотрите первую. Ну, а дальше, немножко позже, посмотрите вторую часть. В общем, на мой взгляд, есть там действительно интересные варианты. В основном все автомобили с повреждениями какими-то. Ну, тем не менее, постарался это все показать более подробно. Адрес, где это находится, будет или я выведу строкой на экран, или же под видео в описании. Ну и не забываем, огромная просьба, друзья. Я старался для вас поставить под этим видео лайк. Если не подписаны, подписка. В общем, готовьте печеньки, чаёху и приятного просмотра. Вот она, площадка. Это аукцион Белавтолот. Вот в таком вот виде здесь достаточно большое количество автомобилей. Правда, насколько я вижу, ценников на них нету. Есть у них сайт, я ссылочку прикреплю. Кому будет интересно, можете посмотреть, сколько, какие стартовые цены на данные автомобили. Есть и сильно битые, можно видеть, есть и послабее битые, в общем, разные авто. В общем, если я найду потом ценники, на которые автомобили я найду ценники, стартовая цена на аукционе, я внизу бегущей строкой укажу. Kia Sportage можно видеть. И в морду ему досталось. В общем, ух, и тут тоже нехеровый удар, конечно, пришелся. Геометрия ушла, ну, это и понятно, такой-то силы удар. Это Hyundai, походу, Solaris. А, акцент. Hyundai акцент. В основном все автомобили битые. Стекло разбито. Мерседес типа Эмела что-то. Лобовой удар. Ну да, вроде ML второй.
Можно видеть, что там внутри творится. Кстати, аэрбэги не выстрелили, подушки. Здесь вмятина. Ну, в общем, насколько я знаю, там стартовая цена на эти автомобили, она не сильно высокая должна, по идее, быть. Ну, а там уже как на торгах, что наторгуют. Ну, есть вообще вот и такие авто. Здесь вообще что-то страшное. Страшный удар. Тут уже навряд ли она пойдет под восстановление. Да даже не навряд ли, а восстановлению не подлежит здесь мясо. Это, судя по всему, наверное, Kia какая-то. А нет, это Шкода Рапид, наверное, да? Шкода Рапид. Так, друзья, следующий Mazda 3. Удар в жопу, в правую часть. На коробке автомат. Ну, внутри так она комплектная. И спереди небольшой удар. Ну, вот это даже варианты под восстановление. Друзья, также вот можно видеть Porsche. Если я не ошибаюсь, это Boxster. Можно видеть, стрельнули две подушки безопасности, кожаный черный салон, механическая коробка. Лобовой удар. Вот как оно выглядит здесь. Крыло валяется от него. Ну, задняя часть целая. Но спереди, конечно, серьезный удар. Друзья, смотрите, какой бумер. 740-я дизель. Это F1, насколько я знаю. Сгоревшая. Вот так бывает, судя по всему. Что-то с проводкой, наверное. Так, друзья, следующее. Походу, Volkswagen. Если я не ошибаюсь, это Volkswagen. С багажником, скорее всего, Jetta, судя по всему. Ну да, можно видеть. Volkswagen, коробка автомат. Салон на ткань. Тряпичный салон. Ну да, это, судя по всему, ну, Jetta, да. Кстати, на русском учете. Следующий Mercedes Sprinter. Весь такой он в жучках, можно видеть. Вот как, каким-то таким вот образом он выглядит. Достаточно сильный удар был. Вот можно видеть, подушка, подушки стрельнули. Субару. Не знаю даже, что за Субару. Импреза, может быть. Хотя, ну, не суть. Ну, подушки, кстати, не стрельнули. Хотя и удар был не лобовой, а вот в зад ей прилетело. Нехерово, так скажем. На автомате он. Также
можно видеть. 80-ка бочка. Но не буду тут обходить. Тут все в снегу, все замело. В жопу у нее удар в основном. ML. Наверное, третий. Если я не ошибаюсь, это третий ML. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Кожаный салон с вентиляцией, коробка автомат. Но внутри комплектный. Кстати, подушки безопасности не стрельнули. А удар лобовой. Хотя нет, друзья. Судя по всему, это не удар. Она после пожара. Можно видеть, тут все выгорело. Вот, как-то оно так выглядит. Рено Логан. Тоже аэрбэки не стрельнули. Но здесь, конечно, жесть. Так, друзья, следующий — это тоже Рено, тоже Логан, на механической коробке передач, аэрбэки оба стрельнули. Можно видеть, что и в жопу ему досталось, но в жопу это еще мелочи, скажем так. Основной удар, конечно, пришелся на перед. Так, это BMW, наверное, судя по всему, семерка. Ну, тут не указано, но я думаю, это семерка. Туда носом раз, заехать, а потом туда выйти. Можно видеть, аэрбэка 2 стрельнули, коробка автомат, коричневая кожа. Ну вот он, собственно, какой удар. Ну, кстати, двигатель целый. Навесное там, конечно, на что-то и побило, но двигатель вроде бы целый. Еще одно Рено Логан. Ну, подушки на месте, аэрбэки, механическая коробка, тканевый салон. Вот оно. Вот оно повреждение, друзья. Ну, капот, фары, телевизор. Здесь немного ушло. Одно крыло. Ну, в принципе, не совсем сильный удар. Под восстановление нормальный вариант. Ну, смотря какая цена, конечно. Ну, Рено тут, конечно, реношек до хрена. Это Stepway. Stepway Рено. В черном цвете. На коробке автомат. Кстати, можно видеть, неплохая комплектация. Так, а где ж тут удар? А ну вот, можно видеть. Здесь повреждение. Не сказать, что сильно они ужасные, но этот не сильно битый. Здесь крыло под замену, фара, бампер. Ну, тоже нормальный вариант под восстановление.
Друзья, я говорю, нормальный вариант под восстановление. Ну, смотря, конечно, по каким деньгам он сыграется на аукционе. Так, друзья, вот следующий Renault Duster. Вот я открыл их сайт. Насколько я понимаю, это их сайт. Вот и вон и данные. Renault Duster 2014 года. Механическая коробка передач. 2 литра бензин. Пробег 70 тысяч указан. И стартовая текущая цена 1000 белорусских рублей. Вот именно на этот автомобиль текущая цена 1000 белорусских рублей. Можно видеть. Велюровый салон тканевый. Аэрбэки стрельнули. Вот у него в морду удар. Двигатель вроде целый. Давайте обойдем с другой стороны. Коробка механика. Вот он, двухлитровый Duster. 1000 рублей стартовая цена. Ну, текущая цена на данный момент. Но, друзья, о чем я и говорил, что в основном все автомобили здесь, ценники, они на самом деле минимальные. Даже не так, как на автоконфискате, где ценники могут быть действительно завышены. Здесь вот, пожалуйста, вот 1000 рублей стартовая цена. Вот, ну, даже не стартовая, на данный момент за эту машину стоит 1000 рублей. То есть, если вы будете один претендент, я не знаю там все нюансы, но приблизительно, наверное, плюс какие-то там проценты за 1000 с небольшим рублей, если вы один претендент на аукционе, за 1000 с небольшим рублей можно купить данный автомобиль. Но более чем уверен, конечно же, что за 1000 рублей желающих будет очень много, поэтому будет, наверное, какое-то количество людей, которые будут, собственно, играть на аукционе за эту машину. Потому что видно, что двигатель целый. Радиатор, конечно, ну, может быть, он и не текет, хотя я сомневаюсь. Нет, он пробитый, пробитый радиатор. Но, тем не менее, вот неплохой вариант под восстановление, на мой взгляд. Особенно, если его сыграть недорого, понятно, что ценник значительно возрастет. Так, здесь Land Rover стоит. Снега тут, друзья, видите, по колено. Стоит он, наверное, судя по всему, давно. Вот такой вот танк на колесах. Ух, ёптель-моптель. Да тут, друзья, можно видеть, внутри ничего нету. Ни салона, ни хрена там нету. Один кузов с колесами. Вот. Давайте заглянем сзади. Вот как оно, как-то вот так вот оно все выглядит. И здесь вот какая-то еще часть автомобиля. Ну, я как понимаю, тут все продается. А вообще двигатель есть в данном автомобиле? Или может там даже и двигатель есть? Двигатель, подвеска. Так, это ховер китайский. В морду битый. Давайте глянем, тоже двигатель. Нет, хотя вот можно видеть, вот эта хрень разбита. Не, двигатель вроде как и целый на самом деле. Хотя неизвестно, что с ним. Сами все видите. На кожаном салоне автоматическая коробка передач. Кстати, шестиступенчатая. То есть, видно, он достаточно свежий. Ну, задняя часть автомобиля целая. Имеется фаркоп. Он двухлитровый. Так, следующий. Это вроде как тоже Mercedes. Нет, это не Mercedes, судя по всему. Давайте обойдем, посмотрим. Ну, здоровый, цельнометаллический бус. Сзади спарка стоит. На лысая резина в УМАТ. Дверь не открывается.
Ну, можно видеть, что тут внутри творится. Аэрбэки не стрельнули. Хрен его знает, что это. Я думал, это Мерседес, но это что-то вроде другое. Вроде это не Мерс. Давайте еще посмотрим. Может, на руле. А, это Ивека, друзья. Все понятно, Ивека. Вот есть еще и такие гробы тут. Уже мхом она проросла. Это, наверное, Альфа-Ромео старая. Так, это, судя по всему, какой-то форт. А нет, друзья, это не форт, это Infiniti. Если я не ошибаюсь, Q60S. Ну, какая-то, видно, неплохая машина была когда-то. Сейчас уже видно, что мало от нее что осталось. Видно, она перевертыш и в жопу, и спереди со всех сторон она битая. Только если на запцацки она пойдет, страшной силы удар. Хотя вот, на мой взгляд, двигатель может быть и целый.